В минувшую субботу состоялось награждение ребят, главных героев нового фарватера 2013 года. В районном центре культуры вновь слышен задорный гимн любимого молодежного конкурса. Сегодня здесь чествуют школьников и студентов. Именно им принадлежит победа в проекте. Новый фарватер всегда вихрем приносится по Шушенскому, вовлекая в круговорот интересных событий всю активную молодежь нашего района. Это грандиозное событие в сфере молодежной политики, которое объединяет более 700 тысяч молодых людей Красноярского края. Наш район на конкурсе представляли 98 участников. Я хочу добавить, что не только 98 человек, это те дошли, которые до финала, а еще есть участники первого заочного этапа. И те люди, которые помогали готовить каждую проектную идею, доводить ее. И я думаю, что 98 можно умножить на 2 смело, и это получится наша команда. А если еще и руководителей прибавить, сочувствующих, вдохновителей, то это число участников увеличится втрое. Стоит ли говорить, сколько участникам пришлось преодолеть волнительных дней и бессонных ночей, чтобы дойти до финала нового фарватера и стать сильнейшими в регионе? На этот раз команда Шушенского района закрыла все 14 номинаций конкурса. Ребята представляли 53 проекта. Каждый из них сегодня получает сертификат участника и диплом победителя от Министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.